Астрологический прогноз на 22 марта 2023 года. Это среда. Луна находится в знаке Овен и действуют рекомендации первых лунных суток. День хороший для начала достойных дел. Хорошо заключать соглашения, давать клятвы, участвовать в духовных церемониях. Хорошо начинать строительство, лечение, сеять семена. А благоприятно впервые надевать новую одежду. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. День хорош для отдыха, праздника и любви. Хорошо украшать свою внешность и свое пространство. Благоприятно начинать творческие проекты. Благоприятно проводить время с детьми. Назначать свидания любимым. День хорош для публичных выступлений и презентаций. В этот день ожидайте удачных покупок и интересных новостей. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День хорош для тихой и спокойной деятельности. Хорошо решать семейные и хозяйственные вопросы. Родственники будут радовать вас своими поступками. День хорош для заботы о близких. В этот день хорошо решать финансовые вопросы, возможно, получение денег и красивые модные покупки. Хорошо строить планы на будущее. Также это время подходит для косметических процедур. Знаки воздуха. Близнецы, Весы, Водолей. День хорош для всего нового, модного и интересного. Хорошо работать с документами, участвовать в переговорах и коллективных мероприятиях. Ожидайте благоприятных событий на рабочем месте. Хорошо искать новую информацию, консультироваться, нанимать специалистов для работы. День хорош для оздоровительных мероприятий. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. Этот день хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно, получение денег, возможны удачные покупки. Хорошо составлять план покупок и доходов на будущее. В этот день благоприятно оплачивать счета и кредиты, а также оплачивать лечение, спортивные занятия, приобретать инструменты, бытовую технику, спортивное и медицинское оборудование. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.